Доброго времени суток, дорогие друзья. Владимир Игоревич и Александр Владимирович на связи сегодня. Мы сегодня сплавляемся по речке со спиннингом. Ну, сейчас будем собираться и отчаливать. В общем, ребят, пока мы собирались, с первого заброса окуняра. Пока ездил в машину, значит, ставил, Саша тут уже вот, на что взял? Копыта зеленый, да? Да. Красавчик, Саша, дай кардан. Может, лодки сдуваем и тут остаемся? Да в легкую вообще. Пока я собирался, у Саши еще одна щучка. Точно щупачок? Тихо. Да тише ты, тише. Садись. Чалься. Саня сегодня на лодке. Я сегодня в ластах, на плоту. С Богом. Речка у нас сегодня красотка. Оп, есть. Есть. Небольшой. Окушочек. О, эх, убежал. Видел, да? Опачки, проплыли, завалы тут, надо отцепить шторку безопасности. О, есть, по-моему, окунь. Нет, шурагайка. О, убежала. На что клюнула, Саш? Мексик, двоечка. Мэпс двойка? Аглия Лонг. Аглия Лонг номер 2. Сашка поймал какую-то рыбку хорошую. Да? Да, чё, убежала? Такая же рогайка. Ага. Грамма раз, 700. Ну, ребят, клюнул кушок. Нормальный. Таких уже можно брать, коптить. Ну, хотя, маловат. Подрастай. О, клюнула кушок. Окушок. Окушок, Саш. Окуняк. Вот такой красавчик.
остановились чаю попить. Саша поймал. Попил чаем. Шурогайку. Добрую. Доброе. Одно название. Беги, красотка. Берегите природу. Сейчас, ребят, поставлю виброхвостик. Вот не так. Попробую его разловить. Попало. Только закинул, сразу попало. На интек, ребята, попало. Малышка. Опа. Пасть поломала чуть-чуть. Эх. Даже поклевки не было. Просто только приземлилась приманка, сразу повисла рыбка. Сейчас еще одну интековскую резинку поставлю. Такое. Зеленое машинное масло. Руки только задубели. Вроде лето, колотун. Так. Эх. Опа. Так. Так. Примерить. Ребят, такая вот штука. Да что ты, руки трясутся. Оп, есть. На интек опять сработало. Пойдет. Пойдет, щукарь. А! Тоже небольшая. Все, убежала. Слушай, Саня, а вот смотри, какая сработала. Так, попалась рыбка. А, это щучка. Я думал, окунь. Шурогайка попала. Небольшая. Красотка. Беги! Хорошая. Ну вот у меня, слушай, и зелененький интек сработал. Маленький. Ну это добрая была. Грамм 700, наверное, такая. Сколько же тут сорожки мелкой. Очень много. Прям очень.
Шурик, Шурик. Маленький Шурик. Стой. Да погоди ты. Пока. Оп. Есть. Ну это получше чуть-чуть, чем предыдущая. Щучка. Бум. Оп, есть. С пацанного берега. Давай, красотка. Опа. Беги. Вот. Есть. Окунёк. Окунёк. Ой, ой, ой. Окунёчек. Небольшой. Дорогие друзья, давайте подведем итоги этой рыбалки. Значит, сегодня мной было поймано 10 щучек и немного окуньков. Саша сегодня поймал 14 щучек и тоже там несколько окуньков. Значит, какая резина у меня сегодня работала? Значит, у меня работал Intec. Вот такая вот приманка. Это значит у нас турбориб. Дальше турбориб такой же, только поменьше. Дальше Slim Shed, тоже вот Intec. Ну и вот эти вот два, ввиду того, что рыба не крупная, работали получше, потому что, ну как бы мелкая щука, не крупная приманка. В основном работала ступенчатая проводка, такая очень деликатная, с плавными подбросами. На резкий подброс рыба плохо откликалась. Поклевки практически все были уверенными, но, к сожалению, не все реализованы. Ловил я сегодня на два удилища. Это одно под мультипликаторную снасть с тестом от 4 до 10 грамм. И другое под мясорубочку с тестом от 1,5 до 8 грамм. В принципе, у меня на этом и все. Если видос понравился, то ставьте пальцы вверх. Подписывайтесь на канал. И увидимся с вами в следующих видео.